Ну что ж, жевжики, пришло время и сетевую партию в Humankind попробовать. Да, я знаю, в игре много проблем, багов и прочего-прочего, но эту игру мы смогли доиграть до самого конца, до мультика. Ей! На шестерых, Пангея, все тут простые какие-то настройки, таймеры будут в течение партии меняться. В любом случае, конечно, надо ждать патчей. У игры много и технических проблем, и баланса, но об этом я в обзоре поговорю. Как всегда, спонсоры канала все серии могут сразу посмотреть во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. А также прошу вас делать клипы к этому прохождению. Делайте клип, выкладывайте в комментариях. Я потом сделаю такое мини-видео. Приятного вам просмотра. Так, сразу лошади есть. Я бы, наверное, сюда наверх пошел. Заходишь в игру, у тебя 30 секунд надо прям это... Да, Full bellies and healthy children. I see where this is going. Но я пока поставил общий таймер, не по последнему игроку. Мне кажется, в начале побыстрее будет. Фига себе, я уже сразу... Так, пойдем сюда посмотрим и пойдем сюда посмотрим. Так, а это у нас на что? Благовоние на деньги у нас. Слушайте, давайте автомат включим. Благодаря... Опа. Что? Кто-то вышел из игры, мне написано. Так, на автомате стоит. На автомате. И этот на автомате. Так, слушайте, я бы тут, наверное, уже... Ставил поселение. Да, таймер, конечно, да, микроскопический прям. То есть, походу, короче, надо на автоматы ставить этих. О, уже есть... А, нет, олень показалось. На автомат ставить скаутов намного быстрее. Тогда все происходит. Так, это у нас с благовониями на деньги. Ну, это просто деньги, это даже не за рез, а тут соль есть. Ну и лошади. А тут медь. О, уже кто-то бьется. Дед, ты там кого-то мочишь, да? Мамонта режешь. А потом с картошечкой его, а? О, вкусно. Мамонтятина с картошечкой. И укропчиком еще. Почему тут какие-то вот картошки нет, как реса? Вот в Endless Space 2 была космокартошка какая-то. А здесь нету. Изобилие. Ладно, давайте изобилие. Пока не хочу брать. Пока я не понимаю, что мне брать. Так, шелк. Ремесленный квартал. Так, я, пожалуй, вот этим... You have built a first outpost, adding another territory to your empire. I know, you're hoping this is the beginning of something very, very big. Так, вот этим я хочу... А, слушайте, а там тоже хорош. Давайте тогда вот этим поставим реально. А, тут почему-то туда отправляют. 25-27. Так, выключим. Понял. Блин, я не успел выбрать наследие. Так, и здесь выключим. У меня юнит пропал. Все, и ты не можешь город поставить? Да. Серьезно? У тебя просто нету юнитов? А, нет, он... Я понял. Я умер. С Алиями дрался, мой юнит умер. На следующий ход появился в другом месте. Отлично. Да, так это работает. Ладно, давайте сюда поставим. Там, кстати, появилось 4 юнита сразу. Там олень, правда, бегал, но я лучше вот это соберу. Блин.
Меня ведет так. Ладно, пойдем. Я просто тут олень стоит, я точно не пройду. Я даже могу его убить, конечно, но я так все равно пройти не смогу. Понимаете? Так, надо, наверное, уже какую-то эту брать. Уже финикийцев взяли. Блин, я вообще не успеваю ходить. Надо реально что-то с таймером делать. Ладно, сейчас поменяю. 30 секунд — это неадекват какой-то, если честно. Да, это совсем мало. По последнему игроку поставил. Спасибо. О, озеро. Хиллер. О, так слушайте, я бы тут тоже поставил. Так. Давайте опять же выключим. Тушить. Собираем. Пойдем оленя завалим. Так, ну тут вообще с ресами вообще зашибись. У меня куча благовоний получается. Тут я тоже просто хочу поставить где-то точно аванпост, но мне, правда, не хватает. Сколько культуры? А, ну тут, знаете, я потом здесь поставлю. Надо вот, вот здесь ставить. Там просто много культуры требует. Да, и здесь как бы 30. Может уже брать... Давайте я культуру уже возьму. Финикия, Хараппа, Вавилоняне. Я бы, наверное, нубийцев взял, потому что у меня там на деньги пирамиды Мирои, торговый и ремес. А, мы хотим и на ремесле. Давайте нубийцев в этот раз возьмем. Так, а вот здесь я пока постою, тут где-то олень был. Куда-то делся. Ну, просто я хочу здесь тоже аванпост ставить. Вот тут уже три жителя прям сразу. Найс. Блин, я еще 13 жителей набил в эту эпоху. Я не успел наследие взять. А может, и взял? Нет, видите, не взял. Хотя у меня выпадало этот из-за таймера, я не успел выбрать. Черт. Да-да. Your markets will be the birthplace of your famously canny merchants. Who will in turn provide the means to equip the famously effective archers. Так, а где у нас там этот уникальный район, интересно? А, он, наверное, сразу... Ну, ладно, в любом случае мы город сразу ставим. Да, он сразу доступен. Пирамиды Мероя. Что там у них... Промышленность, деньги. Деньги за каждое соседство с объектом — ремесленный квартал. Понял. Надо будет, короче, в ремесленные кварталы ломануть. Так, начнем с календаря. Дальше домашними животных и... Не, наверное, плотничество. Так, сразу можем... Нет, знаете, давайте пока не то я строю, надо сначала вот с этого. Тут мне культуры нужна. Гончарочка. Так, пока так. И тут ставим 5-7-4. Да я бы здесь поставил. Есть и... Да, сюда хочу. Побольше производства будет и плюс лес вокруг. Так, все на автомате у меня здесь бродят, ходят. Фу, прям выдохнуть можно, потому что я до этого кликал мышкой, просто не переставайся, не успевал. О, кто-то там разграбил. Тут кто-то уже ходит.
Мне на самом деле, знаете что, давайте-ка я уберу вот это. По последнему получше. Ну это сейчас пока он получше, а потом долгие ходы станут. Так, а домашнего не открыли, это там что-то руинку нашли. Ага, вон коричневый получается. А, это я даже его встретил уже, это черный. Хараппа. Давайте роскошные товары предложим. Влияние возьмем и основать аванпост дешевле. It's our place. Ну, надо в сторону черного ставить. То есть вот тут точно надо поставить. Или мы как-то поделим эту территорию. Зимоник, сюда там место есть? Ну, у меня вода за спиной. Просто я тут как бы хотел уже вот эту территорию, которая с тобой, с твоими границами, я вижу, соседствует, занимать. Финики, здравствуйте. Здравствуйте. Вот видишь, я метку поставил. Сюда я хотел. Хочу. Блин. Не знаю, ну вот смотри, вот этот район, который соседний, я могу тебе, как бы я на него не особо претендую. Блин, сейчас. Это какой? А, блин, слушайте, тут каждого типа метки только по одной можно ставить. Вот этот. Ну, да, хорошо, давай. Так, Грей, ты я тебя нашел, что ли? А, здрасте. А кто это такой? Там, короче, смотри. Направо по диагонали лошадки есть. Так, тут я построил. Давайте, наверное, уже обрабатывать, мне кажется. Или пока... Ну, вообще, пищу нормально это дает. Я бы уже пищу обработал. Соль. 16 стоит, правда. Ну... С другой стороны, я бы потратил сейчас на постановку... Я бы здесь и вот здесь поставил и успокоился бы. Да, без проблем. Игра предлагает 21. Есть какие-то пожелания? Да, у меня я ну, достаточно. Ну, в принципе, да, давайте там. Ну, я просто не знаю. У меня тут, видишь, тут граница уже. Поставим. Слушайте, а районы... Слушайте, у меня такой вопрос. А почему вот только Финикия, получается, может свои уникальные районы покупать за влияние в этих, в аванпостах? Или это только, не знаю, или это только на морские районы распространяется? Что, если честно, я не вижу, чтобы ее там... Уникальный район, у меня была возможность покупать. Ты их еще не открыл, они у тебя в рыбной ловле открываются. Ну да, они далеко, уфеньки. Может в этом и идея, раз... То есть тут практически всех культур уникальные районы сразу доступны, как ставишь. А уфеньки, типа, хрен знает где. И поэтому, типа, чтобы ускориться.
не могу пока сказать. Учебу, наверное, возьмем. Блин, я думал, как тут пройти можно будет нормально. Да, ты правильно пошел. Ага. Так, ну, наверное, все-таки... У меня эту территорию чуть позже. Давайте, наверное, обрабатывать уже ресы. Начнем. You have constructed a first emblematic quarter. It's a symbol of power and a lasting memory of this era. Go ahead. Be smug. Не понял, почему я вот это не могу обработать. Это же территория. Странно. Ну ладно, давайте благовоние. А, может один вход? То есть, видите, не появляется. Ладно. Так, а дерево что дает? Производство от главной площади. Окей. Так, давайте думать, где у нас второй город делать. Я бы пока тут поставил. Я думаю, что где-то здесь надо второй город. Вот это мне территория это по нраву. Или здесь, кстати. То есть керму так расширять, а этот будет на эту территорию и эту, например. Как-то так. Грей, ты тогда вот верхнюю площадку не трогай, а с конями забирай. Добро? Окей. Okay. Блин, вот это не очень удачно. Медведик. Ну, вот как раз иди по диагонали. Если бы он тут был, так у нас довольно удачно мы будем так вот. Короче, демоник словно надо как-то по диагонали, я так понимаю, вот так расселяться. Типа заселять. Ну, наверное, да. То есть вот это там, где два дерева я вижу, или там больше. А, сейчас. Вот эта область. Это, видимо. Наверное, моя. Не знаю даже. Как это. Мой верхний угол будет. Ты себе, да, возьмешь? Ну, типа, да. Здрасте, Харапа. О, окей. Ну, то есть, вот так вот, это, грубо говоря, верхний угол треугольника получается. И так вот по диагональке вот так вот забирать. То есть, вот это, например, твоя получается. Как-то вот так по диагонали. Ну, потому что у меня тут тоже с этой, ты же видишь, тут океан влево. Если медведь нападет, я, наверное, отступлю. Мы его не завалим. Хотя у меня сила больше. Хотя у меня сила больше. Блин, может мне напасть на него тогда? Слушайте, давайте я нападу и мгновенное разрешение. Фак! Я-то его, конечно, убил, но и сам умер. Ладно. Я, кстати, не думаю, что здесь можно было бы его победить. Так, я думаю, что давайте амбар. Да, видимо, одну вход тут можно. Давайте эту обработаем. А, нет, а тут не обрабатывается. А, тут, может, не хватает все-таки культуры. Привет, Нубия. Здорово. Greetings. I'm called Hot-Blooded. Кстати,
Что-нибудь торговать можно? Краски и шалфей. Вот шалфей бы я... А краски что дают? Краски у меня самого есть тоже промышленность. Так, 23, 21. Я могу все купить. You have created your... Так, а у этого что? Пока ничего. Блин. Демоникс предложение. Это чтобы зоны контроля не было. Наверное, в первую очередь надо эту территорию занять. Там грабит поселение, но просто чтобы влияли друг на дружку, а потом уже то. Так, что у альмеков? Ничего. Ясно. Понятно. Да, ну, я в том плане, что именно за пределов обзора. То есть, если ты в каком-нибудь в этом в холмистой местности, то ты даже не можешь не видеть этих лучников, они по телу пасить будут. Ну, это да. Звезда торговли. То есть я взял... Ага. Наверное, можно убрать. Смотрю эту территорию, чтобы понять, где мне тут ставить аванпост. Надо еще, наверное, открыть тогда. Поставим. Так, а вот этого парня... Я решил, что здесь у меня будет город где-то, да? Игра предлагает тут. Не, там, конечно, тоже неплохо. Еще мне надо вот эти территории начать забирать. Причем сначала, наверное, вот эту, да. А, вот, вот это. Вот этим давайте поставим. Так, ну тут 7, 9. 15, 17, 16. Просто, знаете, тут ресы, я не смогу тут районы ставить. Поэтому я бы где-то здесь ставил. А кем она тут занята, подождите. Ладно, тут выключим пока автомат. Наверное, здесь тоже... А, нет, здесь пока пускай на автомате бегает. Альмейки соль купили. Кстати, что там? I'm listening. Шалфей надо еще один прикупить. Не знаю, пока лошадей не обрабатываю, что мне даже ну, нету ни строить, ни хлева у меня нету. Смысл. Олень забрел к нам. Вот это я обработаю. А, еще вот это может так. Дерево или краски. Наверное, краски сначала. Так, керма, амбар. Наверное, стоит купить амбар уже. И давайте благовоние обрабатывать. Так, раз амбар куплен, то растем. Ну, пока мне нравится. Пока мне нравится. Вот тут надо как-то внутри этого леса ставить, я думаю. Понимаешь, тут нету еды, но это как раз для производства. Я бы где-нибудь вот здесь поставил. Да там тоже, слушайте, лес есть. Знаете, я бы, наверное, вот здесь поставил. Вот рядом с этой горой. Давайте туда подойдем. Блин, видите, не видно эту территорию пока. Вот я бы реально сюда ставил. Потому что тут вокруг лес и горы еще плюс.
FTL, привет. Привет, Михей. Так, оленя мочим. Мгновенное решение. Ну, к сожалению, помешал мне сюда пойти. Но я, наверное, все-таки этим буду ставить, так что тут 30 потребуется, да? А, даже 10. То есть можно обрабатывать ресы. Я про это. За культуру. Нет, это ничего пока не выбираю. Давайте достроим. Это плюс 11 вход золота. И плюс какой-нибудь еще купить что-нибудь у меня сможет. Я надеюсь. Так, пока норм. Ко мне вроде все нравится. Что-нибудь у этих ребят купить можно? У этого ничего. Где-то у тебя вообще ресы какие-нибудь будут когда-нибудь? Сейчас. На следующий ход. Еще одну кинул. Надо будет с Демониксом картами обменяться, мне кажется. Давай так. Озеро Чад. Тебе настолько нужны деньги? Даже игра как бы... Слушайте, а может мне здесь город? Ну ладно, бог с тобой. Или здесь? Вот Насти, например. Неплохой второй город. Конечно, он типа близко к черному. Слушайте, а что мы там открываем? Чё я ничего строить не могу? Ну, наверное, ирригация рановато, да. Наверное, правильно. А слушайте, а чё у меня хлева... А, хлева нет, потому что я не обработал лошадей. Давайте мы лошадей обработаем. Вот так. И вот теперь можно хлев будет построить следующим. Так, промышленность от леса. Ну, в принципе, когда вот мы вот эту присоединим... территорию, то промышленность от леса будет норм. Тут, правда, леса маловато. Да нет, даже, кстати, есть какой-то лес. Ладно, пока так. Да, ставим сюда. Керми события. Патриотизм, процветание, изобилие. О, взлом. Здесь нам где ставить? Я, по-моему, тут хотел, да? Здравствуйте. 16-15. Здравствуйте. Ну, тут, конечно, леса тоже прикольные. Может, здесь, чтобы вокруг леса... Я думаю, что я вот эту территорию тоже к Керме присоединю. Так нафиг мне тут особый рост. Да, давайте, наверное, сюда поставлю. So these are the Babylonians. It can only be an advantage to have a neighbor as smart... Greetings! И у Вавилона ничего нету. А, Зелёна, ты уверен, что ты хочешь подселяться прямо под нас двоих? Кто за Зелёного играет? Я. Что-то до столицы Вавилона недалеко, до моей столицы далеко, а до твоей... Ой, слушайте. А у нас-то карта всё-таки ограничена, я не знаю, как я так включил. А оно, по-моему, работать перестало. Прикол. Бывает. Короче, мы не на цилиндре играем, имейте в виду. Я тут просто отодвинул и увидел. Да, я, кстати, думал, что побольше будет, да. Это вообще такая маленькая пангейка. Ладно. Мы, короче, не на цилиндрической карте играем. Ты
Как ты не включил? Ты звезду торговли, сейчас получу мою основную. Ну, это Харапа, вот это 900 славы. Короче, Харапа, как всегда, впереди по славе. Сколько у тебя уже своих основных? Две, наверное, звезды? Да, должно быть две, я думаю. Я вообще вижу это самое. Харапа, это черный у нас? Да. Четыре у него. Нет, основных, он говорит. А, основных? У каждой культуры... Да, у каждой культуры есть свои основные. Вот у него это звезда сельского хозяйства, то есть за население. У меня скоро будет вторая звезда, у Харапа, я думаю, само собой. Тут просто да, некоторые культуры немножко странно как-то. Вот я не знаю, а почему вот нубийцы у меня, например, это торговцы? То есть, мне кажется, и они бы лучше промышленниками были. Им проще именно через звезды строительства идти. Так. Тут поставлено. Я просто думаю, на что мне сейчас культуру тратить. Ну, надо точно вот эту область забирать. И потом эту. Так, здесь... Знаете, я вот с... вообще надо сходить туда посмотреть, что вообще там. Ну, просто денежку получил. Норм. Так. Покупаем, наверное, хлев. И, наверное, присоединяем эту территорию, да. Четыре, два. Ну, давай. Тут просто лес как раз будет рядом. Вот я после пирамиды Мероя, можно и лесной склад будет построить. Как-то так. Так, что там у народа? О, шелк появился. Покупаем. Так. У... Демоникса. Есть самоцветы и шалфей. Но мне, наверное... Не, самоцветы надо. Что торговый квартал у меня как раз мои основные... А, уже не хватает. Ну, следующим ходом мне тут хватит на все это дело. Сейчас шалфей проверю. Вдруг подешевле, нет. Все-таки что-то хочется здесь ставить город второй, а не здесь. Кинул предложение. То есть этот, его сложнее брать? То есть мне, нубийцам? Нет, египтянам. Блин, а там египтяне тоже розовые, что ли? Ну, там странно. Фуксия! Фуксия. О, кто-то уже священочку поставил. И это Демоникс, видимо, да? Кто поставил? Священку. Нет, еще не ставил. Ну ладно. Так, кстати, как его культура влияет? В принципе, пока у меня все норм по культуре. Так. Значит, если я хочу здесь... Нет. Фу. Зашли. Если я тут хочу ставить, то это где лучше всего? 13-10.
Ну, блин, для города... Я, наверное, все-таки сюда поставлю. Конечно, меньше еды будет, но зато производство... Так. Торговля у нас самоцветами. И шалфеем. Все куплено. У альмеков ничего нового. О, шелк появился, блин. Ладно, следующим ходом. И у розового краски. Все надо покупать. Все надо скупать. Так, тратим пока... Сколько тут будет стоить? Аванпост поставить 28. Так, можно потратить культуру пока. Давайте на шелк, потому что шелк плюс производство от промышленного квартала. То есть как раз... А, нет, пока не обрабатываем, потому что мне тогда не хватит культуры. Следующий ход... поставить город. Но это не город будет, это аванпост. Потом надо будет где-то здесь ставить. То есть Керма у меня присоединяет вот эти территории. Раз, два, три. Этот город будет тут будет город, присоединять будет эту территорию с чудом, который будет давать 5 влияния, 10 стабильности, 10 денег, да. И вот эту территорию. То есть у меня остается еще вот тут территория. Видимо, я здесь тоже город буду все-таки где-то делать. Да. Так, как у нас тут с ростом? Все с ростом зашибись. Это на ремесленные кварталы, это просто 5 пища, это просто деньги, это пища от административных центров, вот от торговых кварталов капает, просто промышленность и от центров. Давайте Демониксу показать карты предложим. We've been going nowhere. A new independent people. And who are they? Time will tell if they are helpful, helpless, or history. Так, обработку бронзы. Ой, я всех встретил сразу. From my people. Greetings. I'm a good neighbor and a loyal friend. You have my ear. For a time. Так. Я стал звездой торговли. Это моя вторая звезда основная. Ну, вполне могу третью набрать. Тут норм идем. Так, ставим аванпост, чтобы сразу потратить культуру и видеть, сколько у меня еще есть. Отлично, 15, наверное, не хватит, да, обработать? Да, тут 17 надо. Деньги, наверное, на торговлю будем тратить. Так, стальмики, шелк покупаем. У Демоникса что? Ничего. У красного краски. Это просто 5 производства, да? Коричневый. Серебро на научные кварталы мне не нужно, земледельческие не нужно, просто пища, соль. Ну вот это можно, давайте, но это дорого, да? И у розового... О, шелк можно
Let's make it so. Finally, something good happens. 87-87. Следующий ход отложим. Покупку только я тут, наверное, могу закончить райончик за 10. Может, мне тоже священочку поставить? Ну, вообще, у меня... Мне надо будет присоединить и тут керм, но мне, наверное, не хватит следующим ходом это все сделать. Тем более, надо еще благовоние обработать. Так что давайте мы пирамиды закончим. Пускай лесной склад делает. Так, это мы тут, конечно, с Демониксом по звездочкам соревнуемся. И я последнюю звезду взял. Так, независимые районы. Ой, независимые эти. Нанять армию, ассимилировать. Не знаю, хочу ли я Хуриакангу ассимилировать. Мне кажется, нет. Что-то вот... Так, сюда идем. Эту территорию забирать. Тут я отделю... А, следующий уход. Так, надо выключить. Я там надо... напал на тебя, зеленый. Ну вот. Фига ты, дед, конечно, аванпост поставил. Ну, я попробовал. Не получилось. Так а зачем? Как бы, типа слишком много ресов? Да, там я посмотрел, там вокруг очень много ресурсов. Надо попробовать. Да так. Нет, честно. Ну попытка не пытка же. Не, пока не буду брать. А, дальше пойдем, наверное, в ирригацию. Так. Закончу лесной склад. И вот теперь можно святилище бахнуть. Я так считаю, что их надо, знаете, ставить вот где... Куда вас точно никакие районы не дотянутся. Например, сюда поставлю. Так. Теперь здесь обработаем медь на всякий пожарный. Здесь обработаем благовоние. Не на всякий пожарный, а потому что... Это все плюс... К деньгам. Ну и здесь, наверное, черное дерево тоже. Вот тут торговцем. Черным деревом-негациантом. Так, окей. Теперь торговля с людьми. Вот у этого шелк был. Просто шелк дает плюс производство от промышленных, от ремесленных кварталов. Собственно, которых у нас... Должно быть дофига. Шалфей и соль по плюс 5. Все скупил. Так, проверка, что тут у нас все куплено у черного. Все куплено у красного. Краски. Куплено и у коричневого. Так, шалфей, если только и соль, а шафран? Шафран, наверное, серебро нет. А, это он у кого-то... А, он это у кого-то... Он тоже торговый, как я. Ну, значит, шафран... На следу земледельческих кварталов и научных тоже. То есть это мне ничего не даст просто. У меня тут тоже все покупают, кстати. Так, ну я думаю, что надо поставить... Я, наверное, даже не буду пока присоединять эту территорию к Керме. Надо поставить здесь и копить культуру на второй город. Кого я хочу здесь? Аксумцы. Торговый квартал. Ну, греки это научные, я так понимаю. Карфагеняне у меня маловато. Хотя можно карфагенян брать. Кельты.
Кстати, а карфагеняне, в принципе, неплохо, потому что это, опять же, производственный квартал, который у меня, еще и земледельческий. Без законов, конечно, влияния просто нет. Вот даже плюс 5 законов с базового прям очень важно. Нормально было бы. Давайте карфаги... Или майя, слушайте. Прилично идет. Майя. Хорошо тебе, что сказать. Блин, мне кажется, карфаген в моем случае даже неплохо будет. У меня довольно много... Точно. Довольно много на побережье. Че, Димоник, с кого брать будешь? Иерусалим. Не знаю, не знаю. Смотрю, кто тут есть. О. А все-таки Хориканга как-то близковато. Майя, наверное, возьму. Ясно. Блин, тут, конечно, не очень понятно. Мне надо где-то поставить, чтобы лес был вокруг. Мика, давайте, наверное, вот сюда поставим. Все, теперь я коплю, чтобы второй город создать. Я бы, наверное, переходил уже в Карфаген. Потому что, блин, а вот для второго города-то хреново. Может, все-таки мне сюда поставить второй город? И вот эти территории присоединять, получается, к нему. Так, а этих на автомат... Святилище можно сходить разграбить пока. Может, не спешить с принятием. Ну, сейчас Демоникс возьмет. И как бы кто тут? Я могу с Карфагеном, только те, кто на побережье как-то. Эти, а вот святыню за деньги не ускорить. Так. Кузница. Кузницу точно можно построить. Мастерская. Гора, каменное поле, скалистое. Нет, тут у нас с горой только вот эта территория и все. А, хотя тут тоже у нас... Ну, предположим. Просто... Я могу же за деньги это все ускорять, я не думаю, что мне это... Так. Нечего торговать, нечего... Нечего... Тут ненужные мне... А, вот... А, соль он перекупает, да. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в остатке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!